Еще раз здравствуйте, это Анапа. Сегодня 7 октября 2015 года. Я нахожусь на пляже вот возле этого знаменитого бревнышка. Погода сегодня хорошая. Я вот повстречал двух котят. Вот этого я спас от собачки, которая на него набрасывалась. Хани! Вот. Ну, перенес сюда на бревнышко, а потом смотрю, еще один подошел котенок. Вот. Котят такие забавные, вот этот вот побольше немножко, наверное, кот. А маленькая кошечка, скорее всего, она меньше, такого песочного цвета, с голубыми глазками. Забавные такие котятки. Вот. Они сейчас нашли там немножко остатки чьей-то трапезы, перекусили, сейчас развеселились и играют здесь на бревнышке, чистятся, бегают, прыгают. Ну, вообще, кошек в Анапе очень любят, привечают, ставят им ложки различные с молоком на улице, вискас сыпят. Поэтому, я думаю, эти котятки тоже потом с пляжа переберутся в город, и, я думаю, там они найдут сытую жизнь. А день сегодня очень хороший, море такое безмятежное, рыбаки ловят рыбу. И ловят, и действительно, я сейчас видел, что на удочки на крючке серебрится рыбка, достал рыбак. Приезжают они сюда на велосипедах, вот велосипед один такой старый, ржавый, вообще. Советский велосипед, видимо, не зря говорят, что советские велосипеды были очень качественные. Вот. Ну, у меня тоже велосипед российского производства, Стелс. Делают его в городе Люберцы. Море сегодня очень спокойное, полный штиль, полный штиль. И мне нравится здесь быть. Меня вот часто спрашивают, почему я, как я сюда попал, почему приехал на море. Я приезжал отдыхать и думаю, почему бы мне не жить на море. И теперь вот я живу на море. Оп-оп-оп-оп-оп. Осторожней, дружок.